Друзья мои, приветствую. Очень приятно выйти с вами на связь посредством видеорежима. Здорово, что вы у меня есть. Те, кто внимательно следит за моим каналом, обратили, наверное, внимание, что последние пару месяцев я брал паузу. Это было связано с тем, что в нашей семье родился ребенок, да, у нас было пополнение. Нашему сыну уже чуть больше 2 месяцев, и мы втянулись в рабочий режим. Теперь у меня будет больше возможностей делиться с вами своим творчеством, радовать вас красивой музыкой и различными мелодиями. Но, несмотря на это, я все-таки не терял время зря. Попутно отмечу, что записывал большое количество видеоуроков для моей онлайн-школы, поэтому в самое ближайшее время я сделаю анонс и на YouTube-канале, и в своей рассылке, и у каждого из вас, кто хочет обучаться под моим руководством, будет возможность зарегистрироваться в этой школе, получать целую серию обучающих видеоуроков, различных материалов, задавать напрямую мне вопросы, где я подробно и развернуто буду на них отвечать. Но об этом я чуть-чуть позже в следующих роликах расскажу. А прямо сегодня я хочу с вами поделиться очень красивой музыкой. Это песня из репертуара французской певицы Мирей Матье. Кстати, когда я заглянул в Википедию, чтобы почитать ее биографию, был очень удивлен, что она происходит из семьи, в которой было 14 детей. Она была старшей дочерью. Тут, когда 4 детей, настолько весело, а когда 14, это, я представляю, ежедневный цирк был. Не буду задерживать ваше внимание. Приглашаю прямо сейчас вас послушать эту красивую мелодию. Табулатура, ноты будут внизу. И если вдруг вы сейчас увидите, что у вас замерцает немножечко экран, не переживайте, это специальные эффекты. Я наложил эффект старой видеопленки для того, чтобы создать атмосферу прошлого века и записи, которые были характерны для 50-х, 60-х, 70-х годов 20 века. Приятного прослушивания, спасибо за лайк и подписку. Mm-hmm.